В апреле стартовал новый сезон российского автоспортивного проекта G-Drive Racing, спонсором которого выступает компания «Газпромнефть». Сезон начался с покорения подиумов. Команда G-Drive Racing заняла первое место в Великобритании в гонке 6 часов Сильверстоуна, а также в своем классе по итогам 6-часовой гонки в Бельгии на трассе Спа-Франкошам. Представители компании встретились с прессой, чтобы рассказать о планах на этот сезон и не только. Мы приняли решение идти в проект по производству автоспортивного топлива. У нас достаточно большие мощности по нефтепереработке, но так случилось, что в стране нету производителя автоспортивного топлива, я имею в виду вертикально интегрированные нефтяные компании. Мы приняли решение все-таки задуматься о том, чтобы сделать свое качественное топливо для непосредственно уже автогонок. В 2014 году проект G-Drive Racing участвует сразу в двух крупных сериях. Команда выступает во главе с гонщиком Романом Русиновым, а также в составе экипажа еще два опытных пилота – Оливье Пла и Жюльен Каналь. Впереди главная гонка сезона – 24 часа Лимана и еще 5 этапов чемпионата в США, Японии, Китае, Бахрейне и Бразилии. Мы выступаем на международной арене с 2012 года. И с каждым годом мы в первую очередь улучшаем наши результаты, а также мы двигаемся все выше и выше к целям, которые мы изначально поставили. В этом году автоспортивный проект G-Drive Racing вышел на новый уровень. Команда выступает на автомобиле Audi R8 в новом для себя виде гонок – спринтерских заездах категории GT3. На старте сезона 2014 в рамках чемпионата Blanc Pain Sprint Series на французском треке Нагара российская команда сразу завоевала серебряную награду. В календаре чемпионата есть еще 6 этапов. Также команда G-Drive Racing на Audi R8 LMC Ultra примет участие в знаковой гонке 24 часа Нюрбургринга. Уже скоро G-Drive Show 2014 пройдет в Новосибирске, и главный пилот проекта Роман Русинов покажет класс на болиде LMP2. Также состоятся выступления многих известных дриттеров и каскадеров.